Это праздничное настроение, это вот с детства помню, ждал Новый год, чтобы подарочки под елочку какие-то положили. Ну а сейчас вот ребенку ложишь подарок, там племянница, то есть все равно окунаешься в детство и вспоминаешь вот эти хорошие моменты из жизни. Да хотелось бы пожелать здоровья всем огромного сибирского, мирного неба над головой, сейчас это очень актуально, чтобы всех окружали только преданные и хорошие знакомые, друзья, никогда не было рядом предателя, и чтобы почаще были такие моменты, когда можно праздновать Новый год. Чтобы у всех все сбылось, все было хорошо. Чтобы дети были здоровы, что больше. И нам благополучие, и, в общем-то, вот с коллективом работы плодотворной.